Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого симпатичного маленького дракончика из плюшевой пряжи. Вот такие красивые небольшие крылышки у дракончика. Такой хвостик. У этой игрушки вяжем ножки, ручки, хвостик. Это все ввязывается в туловище, когда его вяжем. И далее вывязываем голову. Это все одна цельная деталь. Пришивные ушки, гребешки и крылья. Расход пряжи на этого дракончика тоже небольшой. Основного цвета у меня ушло немного больше половины мотка и немножко дополнительного цвета у меня это желтый цвет. По размерам. если от ушек и до ножек то получается игрушка на 20 сантиметров. Вот такой симпатичный дракончик. Для дракончика я буду использовать плюшевую пряжу двух цветов, зеленую и желтую. Это ямалая Долфин baby в 100 граммах 120 метров. И вязать буду крючком 4 миллиметра. И сейчас вяжем ножки. Берем дополнительную пряжу, у меня это желтая. Делаем кольцо. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В первом ряду шесть столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нужно провязать по прибавке 1 2 одеваем маркер 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12 во втором ряду 12 столбиков переходим на третий ряд в третьем ряду вяжем один столбик в следующий прибавка И так вяжем до конца ряда. Всего таких будет 6 повторений. Это мы первый раз так провязали. Столбик, прибавка, второй раз. Столбик, прибавка, третий. Столбик, прибавка, четвертый. Столбик, прибавка, пятый столбик, Прибавка. И это шестой раз. В конце третьего ряда получилось 18 столбиков. Теперь отрезаем желтую нить и переходим на основной цвет. У меня это зеленый. Присоединяем зеленую пряжу. Эти два хвостика связываем на два узелка. И теперь до конца ряда вяжем 18 столбиков. Переходим на пятый ряд. И в пятом ряду тоже провязываем 18 столбиков без изменения. их так по кругу. И теперь вяжем шестой ряд 3 столбика 1 2 3 далее 6 убавок подряд 1 убавка 1 2 и Три, четыре, пять, шесть и довязываем еще три столбика один, два, три шестого ряда 12 столбиков теперь берем наполнитель и наполняем ножку наполнителем вяжем седьм ряд провязываем 4 столбика 1 2 3 4 и и после четырех столбиков две убавки 1 убавка и вторая убавка и довязываем 4 столбика 1 2 и 3 4 в конце седьмого ряда 10 столбиков если нужно то еще до заполняете нижнюю часть наполнителем и с 8 по 9 ряд 2 ряда провязываем по 10 столбиков вот показывая отметила маркером 8 и 9 ряд по 10 столбиков теперь переходим на 10 ряд провязываем 3 столбика 1 2 одеваем маркер 3 после трех столбиков убавка и так повторяем второй раз 3 столбика один, два, три и убавка. В конце десятого ряда получилось восемь столбиков. И теперь вот складываем вот так пополам и провязываем четыре столбика за две половинки один столбик второй столбик третий столбик и четвертый столбик ниточку оставляем коротенькую так как ножку будем вязывать когда будем вязать туловище и вторую точно такую же ножку вяжите самостоятельно теперь свяжем ручки ручки полностью связаны основным цветом у меня это зеленый сделали кольцо и в это кольцо ввязываем 6 столбиков 1 2. Три, четыре, пять и шесть. В первом ряду шесть столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда. Вяжем по прибавке. Один, два. Так же, как мы вязали вот в, в ножках. Вот так по прибавке довязываем до конца второй ряд, и во втором ряду будет 12 столбиков. В третьем ряду без изменения провязываем 12 столбиков. Вяжем их так по кругу до маркера. Переходим на четвертый ряд и здесь вяжем один столбик. Убавка. Всего таких будет четыре повторения. Там один раз провязали, снова один столбик. Убавка второй раз, столбик, убавка третий раз и снова столбик, убавка четвертый раз. конце четвертого ряда 8 столбиков теперь берем тоже наполнитель и наполняем нижнюю часть ручки наполнителем далее с 5 по 8 ряд провязываем по 8 столбиков и вот 5 6 7 8 ряды по 8 столбиков переходим на 9 ряд в девятом ряду провязываем 2 столбика 1 2 и и после второго столбика убавка. Да, один раз и повторяем один столбик, второй столбик и убавка. Всего получилось 6 столбиков. Теперь, так же как и ножки, Складываем пополам и провязываем эту деталь вместе. Три столбика. Один столбик, второй столбик и третий столбик. Снова ниточку отрезаем коротенькую. И вот получились такие ручки свяжем хвостик и берем желтую пряжу. Сделали кольцо. В это кольцо ввязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В первом ряду три столбика, во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке 1-2. три, четыре. Пять, шесть. Выворачиваем. И во втором ряду получилось шесть столбиков. И третий и четвертый ряды провязали по шесть столбиков. Теперь переходим на пятый ряд. В пятом ряду провязываем 3 убавки 1 2 и 3 нить отрезаем и будем переходить на основной зеленый цвет. в шестом ряду присоединяем зеленую пряжу и провязываем по прибавке в каждый столбик 1 2 3 4 и Пять, шесть. Вот эти два хвостика связываем на два узелка. В шестом ряду шесть столбиков. Седьмой и восьмой ряды провязала по шесть столбиков. Теперь переходим на девятый ряд. В девятом ряду вяжем один столбик следующий прибавка деваем маркер это один раз теперь еще повторяем один столбик прибавка второй раз и один столбик прибавка третий раз и в конце девятого ряда 9 столбиков и по 9 столбиков провязываем 10 11 12 и 13 ряды всего получается 4 ряда и отрезаем нить получается вот такой хвостик начинаем вязать туловище берем основной цвет сделали кольцо и в это кольцо ввязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 и 6 в первом ряду 6 столбиков переходим на второй ряд во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке 1 2 3 4 и так довязываем до конца точно так же как вязали в ножках и в ручках во втором ряду 12 столбиков третий ряд провязываем один столбик следующий прибавка всего таких 6 повторений еще раз показываю один столбик следующий прибавка так вяжем до конца ряда в конце третьего ряда 18 столбиков четвертый ряд Два столбика один, два и прибавка. Снова таких повторений в ряду шесть. Еще раз покажу один столбик, второй столбик и прибавка в конце четвертого ряда 24 столбика вяжем пятый ряд в пятом ряду три столбика 1 2 3 после третьего столбика прибавка всего таких 6 повторений три столбика 1 2 3 прибавка. Так вяжем до конца в конце пятого ряда 30 столбиков в шестом ряду ввязываем ножки вяжем 5 столбиков 1 2 3 4 5 теперь берем одну ножку и вместе с ножкой провязываем четыре столбика. Один, два, три и. Четыре теперь вяжем двенадцать столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Берем вторую ножку и провязываем четыре столбика со второй ножкой. Один. два, три, четыре. Вторую ножку ввязали. Теперь провязываем три столбика. Один, два, три. Берем хвостик, и начинаем вязывать хвостик. Один столбик с хвостиком, второй столбик с хвостиком, снимаем маркер, переходим на седьмой ряд. третий столбик с хвостиком одеваем маркер и четвертый столбик с хвостиком и далее продолжаем вязать уже если вот осталась такая петелька от хвостика то ее можно подхватить тоже еще один столбик провязать с хвостиком вот так и далее продолжаем вязать Столбики без накида в седьмом ряду их получается 30. Довязываем их так до маркера. Восьмой ряд тоже провязываем по 30 столбиков.

теперь 6 убавок подряд 1 2 3 4 5 6 и довязываем столбики один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. В девятом ряду двадцать четыре столбика. Переходим на десятый ряд вяжем два столбика 1-2 после двух столбиков убавка так вяжем до конца ряда всего таких шесть повторений еще показываю один столбик второй столбик и убавка так продолжаем до конца ряда в конце десятого 18 столбиков 11 и 12 ряды провязываем по 18 столбиков переходим на 13 ряд в тринадцатом ряду будем вязывать ручки вяжем 3 столбика 1 2 3 теперь берем одну ручку и И вяжем 3 столбика с ручкой 1 2 и третий столбик теперь вяжем 6 столбиков один, два, три, четыре, пять и шесть. Берем вторую ручку. Три столбика со второй ручкой один два три и довязываем три столбика до конца ряда один два и В конце 13 ряда получилось 18 столбиков. И вот так выглядит на данном этапе, когда вязали ножки и ручки. И хвостик, конечно же. Наполняем игрушку наполнителем и вяжем 14 ряд. четырнадцатом ряду провязываем один столбик в следующем убавка и так вяжем до конца ряда всего таких 6 повторений один столбик следующий убавка и в конце ряда будет 12 столбиков 15 ряд и начинаем вывязывать голову. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. И так вяжем до конца ряда. Всего получается 12 прибавок. В конце 15 ряда получается 24 столбика. 16 ряд. Провязываем 3 столбика. 1 два, три. И после третьего столбика прибавка. Всего таких 6 повторений. Так вяжем до конца ряда. В конце 16 ряда 30 столбиков. 17 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3. 3, 4. И после четвертого столбика прибавка. Всего таких 6 повторений. И в конце ряда получится 36 столбиков. 18 и 19 ряды провязываем по 36 столбиков. И теперь вяжем 20 ряд. Один столбик, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 и 13 столбиков. Довязали до маркера. Вот я одела маркер специально, чтобы было удобнее вам показывать. В этом месте мы будем провязывать такую комбинацию, как один столбик убавка. И повторять будем 6 раз. Один столбик убавка. Один раз столбик Убавка второй раз столбик, убавка третий раз столбик, убавка четвертый раз столбик, убавка. Пятый раз столбик и убавка шестой раз и довязываем до конца ряда столбики 1 2 3 4 и 5. В конце 20 ряда 30 столбиков. 21 и 22 ряды вяжем по 30 столбиков. Теперь переходим на 23 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И после третьего столбика убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений в конце 23 ряда 24 столбика. И вот я вставила глазки. Глазки у меня на безопасном креплении 14 миллиметров. Глазки располагаются между 20 и 21 рядами. И между глазками где-то четыре пять столбиков. И продолжаем вязать следующий двадцать четвертый ряд. В двадцать четвертом ряду провязываем один столбик, второй столбик и убавка. и так вяжем до конца ряда один столбик второй столбик убавка всего таких шесть повторений и в конце 24 ряда 18 столбиков наполняем игрушку наполнителем и вяжем 21 25 ряд в двадцать пятом ряду провязываем один столбик в следующем убавка и так вяжем до конца ряда всего таких 6 повторений в конце 25 ряда 12 столбиков и вяжем последний 26 ряд в этом ряду нужно провязать 6 убавок подряд оставляем небольшой хвостик для того чтобы можно было закрыть дырочку которая у нас осталась на голове и на данном этапе вот игрушка выглядит вот так. свяжем ушки берем пряжу основного цвета делаем кольцо и в это кольцо ввязываем 6 столбиков 1 2 3 и четыре пять шесть в первом ряду шесть столбиков теперь переходим на второй ряд во втором ряду провязываем один столбик в следующем прибавка и так повторяем три раза один столбик, прибавка. Один столбик и прибавка. Во втором ряду получилось 9 столбиков. Делаем соединительный столбик. Отрезаем нить так, чтобы можно было пришить это ушко. И вот одно ушко готово, этот хвостик отрезаем. Теперь свяжем крылышки, берем желтую пряжу, набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 и во вторую воздушную петлю от крючка вяжем столбики без накида 1 2 3 этот хвостик сразу можно связывать 4 5 Шесть, семь, восемь и девять. И этот хвостик отрезаем. В первом ряду девять столбиков. Воздушная петля разворачиваем вязание и вяжем 7 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 воздушная петля разворачиваем вязание вяжем 7 столбиков 1 2 3 3 4 5 6 7 снова воздушная петля развернули вязание вяжем 5 столбиков 1 2 3 4 5 воздушная петля развернули вязание 5 столбиков 1 и два, три, четыре, пять. Получается вот такое крылышко. Сейчас вот с этой стороны нам нужно его скруглить. Для этого заводим крючок вот так между столбиками. Буду вам так показывать между рядами вот что получается теперь захватываем рабочую нить и протягиваем ее вот так две петельки остается и через эти две петельки провязали столбик без накида ниточку отрезаем так чтобы у нас была для пришивания. И вот такое крылышко получается. Переходим вот к сборке дракончика. Вверху на голове у нас осталась вот такая маленькая небольшая дырочка. Сейчас мы ее спрячем за передние стенки каждого столбика. Проходим так вот иголкой с ниткой. И теперь подтягиваем эту ниточку. В центр вводим иголку. Выводим где-то сбоку. Все, отверстия этого нет. Эту ниточку отрезаем. Теперь сделаем утяжку. Вкалываем иголку вот внизу головы и выводим в уголочке глазика. Хвостик оставляем внизу. Переходим на второй уголочек вот глазика. И выводим иголку Внизу на расстояние одного столбика, одной петельки. Вот так. Точно так же делаем на второй глазик. Вот у нас по две ниточки на каждом глазике. И теперь вот так подтягиваем эти ниточки и завязываем на узелки. Один узелок и второй узелок. И также делаем утяжку на второй, второй глазик. Тоже подтягиваем так вот ниточку. И второй узелок. Эти ниточки прячем во внутрь изделия. И вот так выглядит дракончик, когда сделали утяжку. Теперь вот булавками я отметила, где будет располагаться вот гребешки. И присоединяем пряжу контрастного цвета. У меня это желтая пряжа. И вот в следующий столбик между рядами провязываем столбик с накидом один. Сюда же провязываем столбик с накидом второй и столбик без накида так, вот так. Теперь под следующий столбик соединительная петля. Вот один гребешок связали. Теперь под следующие столбики тоже провязываем столбик без накида, столбик с накидом один, столбик с накидом два. столбик без накида. И под следующий столбик соединительная петля. И вот так продолжаем вязать дальше вот такие гребешки и вяжем до кончика хвостика. И вот так сейчас смотрится дракончик. Теперь вот булавка я отметила, где будет располагаться ушко. Берем первое ушко, складываем его вот так пополам. Так, прошили, сделали такое маленькое. Теперь прикладываем к игрушке, прокалываем за столбики, за основную деталь, за голову и за ушко, за столбики на ушке. ниточку подтягиваем снова за столбики на голове игрушки так разверну и за столбики вот на ушки так. еще Вот ушко пришили. Теперь можно сделать узелок и спрятать ниточку. И берем второе ушко и пришиваем точно так же. Вот так дракончик выглядит с ушками. Теперь, как вы видите, я прикрепила булавками крылышки. Вот так разверну. И будем пришивать крылышки точно так же, вот как пришивали ушки то есть захватываем вот за основную деталь за дракончика и теперь за столбики вот на крылышке снова за основную деталь за столбики на крылышке так пришиваем с одной стороны выводим иголку вот вверх крылышко пришиваем в этой части крылышко тоже за крылышко и за основную деталь. За крылышко и за основную деталь. Так пришиваем одно крылышко, делаем узелок и пришиваем второе крылышко. И вот так выглядит дракончик, когда пришили крылышки. Я еще вышила вот такие реснички, носик и ротик. И дракончик готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.